Здравствуйте, уважаемые любители шашек! Сегодня хочу я вам показать очень интересную партию, которая сыгралась в 1950 году между гроссмейстером Цириком и мастер Коськов. Это окончание этой партии. Тут положение черных достаточно тяжелое, но после того, как они напали шашкой g5 на f4 на шашку g3 белых. Они посчитали, что их проблемы уже где-то позади. Но не тут-то было. Гроссмейстер Цирик нашел интересную комбинацию, причем с таким приемом, как самоограничение, использовал самоограничение своих же шашек. Черных, я имею в виду. Вот смотрите, что из этого получилось. Значит, черные напали на g3 шашку. А белые неожиданно ходят А, А3 на Б4. Черные убили. Белые возвращают шашку назад. Потом отдают еще две. Черные убили. И белые убили на ж 5 В этом положении выбора уже у черных нет. Потому что бить на H4 это проигрыш. Белые бьют на H8 и отсекают по большой дороге три черные шашки. И они проигрывают в этом положении. Остается выбор только бить на C3. И вот, используя самоограничение, белые ходят на G5, H6. Выбор у черных тут небольшой. Можно сыграть вот так. Белые бьют, черные бьют и победа за белыми. Спасибо за внимание.